Всем привет, вы на канале Condition Play, меня зовут Александр, и, как и обещал, Far Cry 3, продолжаем играть. Немножечко эта вся тема затянулась, но теперь можно снимать. Но вас хотел бы попросить подписаться на мой канал, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы всегда знать, когда выходят новые видеоролики. Ставить лайк под видео, конечно же, если понравилось видео. И оставлять комментарии, конечно же, комментарии. Пишите все, комментарии, всем угла. Ну, а мы остановились на задании, куда мы едем, на стрелку. Так, чувак нам поможет. Поехали, мазафака. Аванпост, куда забрали Лизу. Аванпосты крепости на острове Рук. Отлично, когда есть русский язык и озвучка. Значит, будем драться. Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность... Так, нет, подожди, давай-ка субтитры уберем, да? Чуть субтитры немножечко как-то... Качество, игровой процесс, изображение. Отлично. Мне кажется, без субтитров тут... Войны. Тот в грузовике. Вот, Ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст им доверие. Татау. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Пора драться. Гасить врагов. Отличаются те, кто не действует. Резать, взрывать, это стрелять, убивать. Нравится. Подкрадываться. Приступим. Как и ты. Я когда-то был чужаком. Че, пистолет-то мне не дадите? Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Дай пистолет. Ты не сдал тебе тотала. Теперь ты должен драться. Кто говорит-то? Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Автомат. Или подкрасться. Выбирай сам. Че, автомат-то дашь мне? Нет? Алло. О, патрон. Ладно, хоть патроны дали. То хорошо. Это что за... Поваренок. Че, будем подкрадываться? Я иду. Так. О, свинья. Так, трое там. Мне кажется, нужно сделать вот так. Сейчас мы их вантапнем. Че, патронов нету, что ли? Че, задание вы... Ладно, я вас понял. Теперь ты должен драться. Да, да, да. Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстояние. Или подкрасться. 8 патронов у нас всего лишь. Наверное, стоит все-таки теперь потише действовать. Сейчас мы, короче, Лиза, я иду. Уберем. Что это?
Да никто это, чувак, ты чего? Давай, иди сюда. Ой. Пакетик кокаина, ну да. Отлично, у нас есть автомат. Так. Эй, кто здесь? Найди, кто бы это ни был! Ну иди сюда, куда ты пошел, ты не в ту сторону. Чувак. Пометим его, да, чтобы его видно было. Ладно, посмотрим, что там. Да, конечно, посмотрим, чувак. Неси, все нормально будет. Куда ушел ты? Глядите в оба. Какой ты тупой. Форест. Это вообще, он реально тупой. Да он тебе штаны намочит. На, нормально. Еще двое, да, у нас? Да куда ты пошел ты? Ну камень здесь упал. Уходи, уходи, где бы ты ни был. Уже стрелять их нафиг, столько времени тратится на это все. Они тупые. Глядите в оба. Найди того, кто это сделал. Да не ссы, чувак, у тебя автомат есть. Я, блядь, пират. Цикло. Пират цикло. Так ты, сучка. Так, что-то мы можем так убрать. Он, по-моему, один остался, да? Напугала, блин, я думал, собака. Наказанные. Со всеми будет так же. Ну что, собаки можно шкуру получать? Нормас. Вообще. Шкура собаки. Ой, да по-любому ее здесь нету. Как пить дать? Так, подожди, сначала надо обыскать чуваков. Блин, кто так деньги разбрасывает? Обобрать тут. Сломанный компас. Ну, отлично. Так, а тут автоматы ломаются или нет? Как в Far Cry во втором. Ё, что такое-то? Что-то уж подлагивает чуть-чуть. Давай. Пособираем что-нибудь. Таблетки всякие. Угу. Деньги давай. $15. Хороший куш. Я считаю. Наверное, для первого времени. Так, все, этого я уже обыскал. Отлично. А че вы не заходите-то? Че у нас? Приглашение особо, что ли? Да, конечно. Ее здесь нет. Нет никого. Аванпост рядом с Аманаки атакован. Наша американка где? Пропала? Что? Пропала. Она сбежала на запад этого сраного острова. Расскажу, когда доберемся. Она сбежала. Ну, это уже хорошие новости. Ты достоин носить татау. Да, достоин идти да. По пути воина. Да. Спасибо, спасибо. Братаны.
Мы нашли твоего друга в доме колониста. Облежите его еще со всех. Доктор, на западе. Не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? И картина такая. Баба идет сквозь джунгли. И там на нее леопард. Не унылайтесь. Ты понравился мне. А это, кажется, угодье плотоядных животных. Новый способ перемещения. Этот объект должен использоваться для... Так, в убежище доступен новый автоматизированный магазин. Здесь вы можете купить и модернизировать оружие. Открыта новая островная гоночная лига. Здесь гонять можно, гонки устраивать. Для этого региона открыто два новых задания. Охота за головами. Для этого региона открыто новое задание. Ну все, ладно, я понял тебя. Давай дверь открывай, алло. А, вот, все. Тут же можно всякие финтиплюшечки собрать, так понимаешь, да? Ну, карта памяти какая-то. Амфетамины. Ну да. Так, это что такое? А, ясно. Так, что еще интересного? Ничего, да. Может, настройки... Освобождайте аванпосты, убивая всех, чтобы мгновенно перемещаться в новые места, сделать район безопаснее, получить доступ к новым заданиям. Да, 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 еще экспы за скрытый захват. Ух ты, блин. Нормас. Так. Красный лист. Давай будем собирать всякие травы. Там же можно это. Лекарственные препараты делать. Хрюша. Отлично. Еще где-то хрюнь лезет, я слышу. Я его слышу. Где он? Что-то близко хрюкает. Что-то лагает, да. Хрюнь. Хрю-хрю-хрю, ты где? Блин, ну где-то рядом. А, вот он. Сколько грязный поросенок. Отлично. Наделаем себе сумок. Так, вот эту можно шкуру ободрать? Или нет? Что-то как-то вы подвешали, конечно, ребята, не очень. Прочно. Нельзя. Поговорите с доктором Эрнхардом. Эрнхард. Вот здесь где-то должны быть плюшки всякие. Угу, отлично. У нас есть калаш, солдатские жетоны. Ну, нормально. Тоже пойдет. Церемониальный нож, патрон для пистолета. Нормально. Так, подожди, нафиг мы пешком бегаем, если у нас есть этот самый быстрое перемещение. Так, давай-ка нажмем карту. Охота за головами. Сбор припасов. Может, сюда поедем? Пират охотится на зверей где-то у горячих источников. Убейте их ножом, как того требует традиции ракьят. Ну ладно, поехали. Поехали резать пиратов. Так, стой, где-то здесь плюшки лежат. Отлично. О-о-о. А, у нас всего хватает. Подожди, что-то подлагивает. Давай-ка... Да это понятно, дай мне это самое настройки. Не настройки, качество видео, качество среднее. Давай среднее поставим. Что-то как-то подлагивает. Хотя мне кажется, подлагивает не из-за этого ничего. Приехали. Надо их ножом. Это я так скрытно, да, пришел.
Капец, они тупые. Ну как тебе это? Перезаряжаю! И они меня уже не видят. Ну отлично. Да вы чё, чуваки, вот. Вот он, вот здесь. Фига они гранатами закидывают, падлы. Да вот здесь. На. Не получилось. Ладно, будем действовать как обычно. Очень аккуратненько. Так, не, подожди, я задание-то выполнил, нет? А, ну типа пропало, да, все. А, нет, вот оно. Только взять ты его можешь, конечно же, в этой деревне, да, только? Да, конечно, переместиться. Насколько я знаю, здесь можно брать лук. Лука, по-моему, фигачит. Где-то я вот прям смотрел. Подожди, я не туда перебрался. Насест цапли. Подожди, а где мы были-то тогда? Испытание ракьят. Хм. Сейчас, подожди, нам надо стенд найти где-то. Стенд с заданиями. Здесь он есть вообще? Вообще, давай прикупим это. Прикупим пистолетов, пулеметов, дробовиков, штурмовых винтовок, пистолетов, пулеметов, гранатометов. Так, боеприпасы давай купим. Патроны для пистолетов, пополнить боезапас. Скидка 20% еще, прикинь. Сколько у нас вообще баба? 539. Еще и максималка 1000. Ну, нормально вообще. Надо нам делать кошелечек. Кошелечек надо делать из шкур. Где тут машина там, блядь? Ой, что-то я вообще запутался. Все правильно же я в ту сторону, да? Подкатик. О, машина стоит. Короче, сейчас поедем этих головорезов вырежем. Мы же задание вроде как взяли, да, уже? Я так понимаю. И просто нам нужно поехать и сделать дело. То есть они никуда не делись. О, полегче. О, смотри, какая фигненька. Ну, девица на балалайке играет. А, ну это вот, это походу, да, задание взять в этой деревне. А, нет, слушай. Это уже все другое задание. Да, между где-то между этим местом и домом доктора Эрнхарда пират убивает местных жителей. Убейте его ножом. Тут всех, блин, ножом убивать надо, или что, я понять не могу. Что за прикол такой? А скальп снять нет? А что там за машина стоит? На нас банда нападает. Вы что сюда приехали, чуваки? Я вам сказал сюда не приезжать.
Смотри, какие наглые, а. Где-то между... Ой, еще приехали. Тут перестрелки, кстати, поприкольнее. Вот Far Cry 2 тоже был, ничего. Перестрелки, вот, какой-то тот. И тут тоже нормально так. Мне вот нравится. Только вот откуда они приезжают? Они что, не по рации сообщают? То я сейчас не успею убежать. Тут как понаедет гвардиев какая-нибудь. Че, нет никого? Ну и нормально. Так, давай, поехали, где-то между. Кажется, здесь стреляет. А, прям вон туда ехать? Офигеть. Доки Валсы. Так, ну поехали. Нам нужно не туда немножко. А вот сюда. Поехали, сейчас найдем этого маньяка. И разберемся с ним. Оу, полегче. Нормально. Игра мне явно нравится. Отличная игрулька. Карта большая. Стрелять можно, взрывать, бесшумно убивать, шумно убивать. Делать теплое все все. О, ты видал? Ага, ага. Давай. Да ё, блин. Гранаты. Офигеть. Вы что там, психи, что ли? Куда это падло делать? Да здесь, я здесь. Ты что, хочешь в прятки поиграть? Конечно, как ты хотел. Блин, там еще один. Блин, неужели потерял? Вот. Да иди сюда, куда ты пошел-то? Камень здесь. Упал. Куда вы все поубегали-то? Куда вы все поубегали? Вот этого надо зарезать. Остальных расстреляю. Поближе, поближе, поближе. Нормально. Ты чё, я в КС-ку играл? Ты чё, у меня знаешь какой аим чёткий? Сейчас они ведь понаедут, да? По-любому понаедут. Так, ну слушай, 170 баксов у нас в кармане. Вау! Это, подожди, это не в меня стреляет? Или это там товарищам надо помочь? Поехали, поможем товарищам. Мне почему-то кажется, там нужна наша помощь. Вау. Нормально. Они тут грабежами занимаются. Да? Так, поехали. Поехали, посмотрим, что там за перестрелка. Ой, там, подожди, это что там, пушка, что ли? Артиллерийская. Так, стелс, стелс. Да, тут какая-то перестрелка была. Ага, бегает. На машине едут. Уехали. Подожди, здесь еще кто-то есть? С кем они стреляются, я понять не могу. А, это наши. Че, тут кто-то есть? Чувак, ты наркоман. Тут нет никого.
Ну и все. Чего вы тут с одним не могли разобраться, что ли? И все. Вы издеваетесь? Шикарные союзнички взяли меня и сбили. Как это называется вообще? Так, ну задание я выполнил. За задание, я так полагаю, нам нужно... О, обезьянка. Обезьянку можно зарезать? А, здесь нельзя оружие пользоваться. Жаль, конечно, жаль. Животные есть? В смысле, животные есть? Какие-то. Ты чё, тетка? Это что такое? А, это доктор этот. Ладно, хорошо. Ясно все. Чё ты тут стоишь-то? Ты чё здесь стоишь? Поехали задание выполнять. Чё мы это... Давай хоть что-нибудь освободим. Вот это чё? Испытание ракьят. Какие-то эти... Дом прибрежного грабителя. Поехали сюда, разберемся там с врагами. Нам нужна машина. Где машина-то? В какой стороне находится? Неудобно так все. Вообще неудобно. Как мини-карту сделать чуть побольше? То есть, ну как бы масштаб уменьшить. Потому что что-то вообще нифига не видно. Видно все, вот то, что рядом прямо находится, и все. О, нифига себе. Тачка. На прокачку. Поехали, освободим вышку. Или что это там? Так, я туда хотел-то. Капец, влазь. Чувак, влазь. Нифига себе реалистичность, а. Тачка загорелась. Короче, сейчас надо сделать все правильно. Да? Блин. Вот это да, вот это лечение, я понимаю. Палец. Палец выбрал. Так. Сейчас мы с ними разберемся. Ровненько. Вот здесь нужно поворот влево-вправо. Но его здесь нет. Почему, спрашивается? Какие-то значки разные. Это, я так понимаю, снайпер, да? А это что за электрик? Это тоже электрик? Да иди сюда уже. Сейчас мы его быстренько. Если что увидите, кричите. Надо. Я тебя живьем хаваю. Блин. Я немножечко спалился. Послушай на финализации. Еще где-то один, да? Ну
наказаны. Супер. Изи. Ой, динамит. А чё он взрывчатку взял? А, патроны закончились. Офигеть. Капец какой-то. Так, подожди, а как нам эту самую... Ой, фотографии делать можно. Отличненько, слушай. Так, а как на второе оружие-то взять? И почему у них патронов нельзя собрать? Это понять не могу. Дрободелла. Подожди, там же какая-то есть это. Да это понятно, что она из этого назад. Создание принц рюкзак. Трофеи. Ничего не понимаю. Идиота. Ну я откуда знал, блин. 5 динамит, 6, даже мина есть, офигеть. Патроны есть? Я боюсь сейчас что-нибудь еще бы не швырнуть. Ага, X мина тоже. Ну это карта. Короче, что, пока только одно оружие, да, можно использовать? Это все я. Кто ты? Если бы не я, вы бы тут фиг что захватили. Так, ну слушай, удачно получилось. О, опять палец. Палец выправил, здоровье полное, отлично. Супер. Так, сохраняет она тут само, да? Отлично. Так, ну и на сегодня, наверное, все. Вы были на канале Condition Play. Меня зовут Александр. И играли мы в Far Cry 3. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы всегда знать, когда выходят новые ролики. И, конечно же, ставьте лайк под видео, если понравилось видео. И комментарии оставляйте тоже обязательно. Ну а мы с вами не прощаемся. Увидимся в следующих сериях. Всем до встречи, всем пока.